привет. Выехал с товарищем на очередную рыбалочку. Посмотрим, что с этого выйдет. Надеюсь, что-то выйдет. Первый заброс. Восьмой час утра. Ну все, с первого заброса не поймали, можно продолжать ловить. Ах, была походу поклевочка. Или все же зацеп. Но адреналин подскочил. Воблер Ворген Минноу, по-моему. Это дешевый разведчик. Ну, то есть, воблер дешевый, разведчик ценный. Ценный кадр. Есть, есть что-то, есть шнурик. Ух, тихо, 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 тихо. Бойкая. Есть, ребята, вот такая красотулька. А, блин, тихо, 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 тихо.
вот ребята. Сегодняшняя щучка. Красавица. Смена караула. Вот такой воблерок вытащил щучку на 800 грамм. Подозреваю, там 800 с копейками. Петли проклеил, довел воблер до нормального состояния рабочего. И ловит. Сейчас поставлю болесон Беркин. Посмотрим. Что нам принесет этот бутуз? Ого. Место шикарное вообще. Болесон работает хорошо.
Ребята, что-то есть. Ух тышка! Вот это сошла щука, блин. Ну килограмма два, елки-палки. Опа! Есть, ребята. Вот еще щуканчик. Маленький. Так, щуканчик фотосессию прошел. Отпускаем его. Благодарим и отпускаем. Опа. Ушел. Все, а нам зови покрупнее. Реалис в Матайгере отправляется в воду. Два только что побросал. Ничего. Один такой полупрозрачный. Второй тоже полупрозрачный, но под окушка уже с полосками. Сейчас в Матайгере. Есть. Щейце. Как раз реалис. Ну, есть.
Так, Strike Pro Montero в 130 размере под окуня. Так, ну, батарея садится. И скоро домой будем с товарищем ехать. Вчера погулял перед работой. И поклевочки не видел. Ну, правда, там запрессованный водоем. А сегодня погуляли по речке. Я доволен остался. Сколько было? Две поклевки было. Один сход. Сход хорошей рыбы. Там примерно килограмма два. Не меньше. Первая щука на кило. Я уже важил ее. На кило. И вторая щука грамм 600. Я ее взял, потому что повредил челюсть щуки. Взял сегодня своим девчонкам поджарим вечером. Товарища два схода хороших, ну такие, около кило и за кило. Вот такой как бы результат. Но это покамись на эту минуту. Но уже нагулялись. Настроение уже домой идти. Мне уже на ночную смену сегодня. Как раз смонтирую ролик и выложу. Ну все, если будет что-то интересное, я включусь. А так, всем подписчикам благодарен очень за подписку. Гости канала, подписывайтесь. Если вам что-то не нравится, подпишитесь авансом. Вот видите, какой улов. Подпишитесь авансом. Всегда можно будет отписаться, если вам не понравится. Все, всем спасибо. До встречи на водоеме. О, сюда один товарищ плывет. Уж. Ну, на телефон мы вряд ли его увидим. Пускай себе плывет.
Ну все, ребята, до скорых встреч на воде. Еще одно внеплановое включение. Твичинг с высоты птичьего полета. Малька миллион. Так, сейчас спустимся. Еще интересные места. Может, еще и отсюда хвост возьмем. Блин, борода или что? Хорошая такая заводь. Ага, бородулька. Поставил свой кефлирт, натуралочку. Может, поведется щучка. Кто-то флирт не хочет.
Опа. Вроде как браконьер появился на горизонте. Сейчас пойдем туда.